Давай вот такую возьмем водочку. Еще масочку какую-нибудь. Там еще есть маски вон там. Вот этот вот целый пакет для Ксюши. Поместится очень много монеток. Она очень большая. Теперь мне нужен скотч. Я тут написала любимой сестричке. Всем привет! Я Маргарита. Я Ксюша. И вы снова на нашем канале. Ребята, у нас появилась очень классная идея. Мы решили сделать друг другу адвент-календари. Сейчас мы поедем за покупочками и будем покупать очень-очень много подарков. А именно 24 подарка каждому. Я буду выбирать для Маргариты. Она, конечно, не будет знать, что я ей плю. А я буду выбирать для Ксюши. Потом мы их будем упаковывать и открывать их каждый день с 1 декабря. Ну что, поехали! Зеленый блокнотик. Как Ксюша, да, в последнее время зеленый цвет любимый. И карандашики прикольные. И ручки, смотри. Вот такой вот Ксюшки есть. Такой прикольный. Смотри, тут как будто бы эти шарики рождественские, да, эти вот. И олень даже, смотри. Может, возьмем яй какой-нибудь? Может быть, вот это? Или нет? Ксюша куда-то бежит, не знаю, куда бежит. Куда ты бежишь? Не знаю. А я сказала, что есть такие... Такие миленькие вещи нравятся. Миленькие вещи? Угу. Ну, ты видела, пока ты ходила? Тут любишь рисовать, миленькие вещи. Рисовать? Да. Давай, скачу, порисовать. Смотри, вот здесь... А, нет, это косметика. А здесь что, с косметикой? Ну, это рисовать, макияж сделать. Ей не нравится, наверное, макияж. Ищи что-нибудь, наверное, моду, я не знаю, что. Вот это? Наверное. Если она хочет рисовать. О, вот это вот точно новое. Вот это вот. Это все для Ксюши. Я надеюсь, она мне немножечко оставит мою. Давай, выбирай для Ксюши. Так, это... А, только вот такое есть сердечко, да? Да. Давай вот это вот. Такое у вас есть, да? Да. Все, выбрала? Да. Очень быстро. Больше ничего нету? Ребят, мы уже не знаем, что покупать. Мы купили сколько? 10, ой, 20, ой. 14 предметов купили. Нам еще осталось 10. На самом деле это не очень просто. Мы уже не знаем. Мы уже не знаем, что выбирать, честно. Вот. Уже не знаю даже. Мы чего только не пересмотрели. Уже и косметику там. Из косметики взяли. Давай вот такой возьмем водочек. На Новый год. Я не знаю просто, что уже брать. Или вот такую шапочку, смотри. Да, она красивая. Xmas. Будет носить? Или она только свою белья лишь носит? По-моему. Больше никакой не будет носить? I don't think so. Так, мы пришли в Клерс. И выбираем, смотрим масочку ей, потому что Маргарите нравится очень. Но это не маска, это на волосы. Ну, она сразу же поломала и сальчик. Да? Да, ну, возьми. Такую возьмешь, да? Может, еще масочку какую-нибудь? Там еще есть маски вон там. Или вот эту? Да. Вот эту. Или вон та бирюзовая. Мне очень бирюзовая понравилась. Выбираем скранчик, какой выбрать. Оранжевый. У нее какой есть? Белый? У нее есть белый. У нее белый есть, да? И желтый. Возьми оранжевый. Пять. Три? Три. Пять. Еще три. Давай бомбочку. Вот это кошечка или нет? Посмотри, как, чтобы она целая была. Это поломано. Чтобы целая была. Это что, тоже поломано? Вон ананасик целый. Другой ананасик возьми. Да, вот такой целый ананасик. Так, выбираем сережки. Она стала сережки носить. Кругленькие? Она сказала, что ей больше не нравятся такие колечками. Какие ей нравятся? Ей больше не нравятся такие детские. А, ей не нравятся детские. Ну, возьми вот такие, она же сейчас уже носит такие. Это не пирсинг? Нет, это на, такие на ушки. Так гвоздики, наверное, да? Поломанное? Да, поломанное, другое выбери. Ну что, ребят, мы вернулись домой. И сейчас мы будем упаковывать наши подарочки. Для Ксюши я буду заворачивать ее подарочки с этой вот бумажкой. Зеленый.
Вот этот вот целый пакет для Ксюши. Здесь целых 24 подарка. Бонни, пойдем, мы хорошие. Иди сюда, сюда. Сюда, сидеть, сидеть. Не надо. Ну что, давайте упаковывать. Самый первый подарочек, который я для нее упакую, это вот этот. Самый первый подарочек, который я для нее упакую, нельзя. Это вот такое печенька, подушка печенька. Не надо, давай. Обязательно чек снять. Бонни, наверное, голодная. Все. Так, упаковываем, да, Бонни? Не надо, Бонни. Для этой печенюшки мне понадобится большой кусок бумаги. Но, Бонька, ты мне тут не понадобишься. Так что, пока! Вот в такую трубочку я подушку скрутила. Она очень большая. Теперь мне нужен скотч. Давайте, держи. Так. Первый подарок готов. Обязательно буду писать цифры, чтобы Ксюша нашла, какого числа открывать подарок. Сверху я еще наклею скотч, чтобы она не отлетела. Подарочек номер один готов. Конечно же, я вам не покажу все подарки, которые я купила, только некоторые. А все другие подарки вы можете увидеть на нашем влоговом канале. Там мы будем снимать видео каждый день. И каждый день будем открывать подарочки. Поэтому переходите по ссылочке в описании и смотрите наш влоговый канал. Я буду упаковывать вот такую красную бумагу. Тут еще нарисованы мишки. На второй день я ей подарю такую бомбочку. Такая классная упаковка. Она тут еще открывается. Здесь можно что-нибудь написать. Я тут написала «любимой сестричке». Ну что, давайте упаковывать. Вот. Мне. Так, пишем цифру 2. Берем бумажечку. Так, что же мне выбрать на третий день? Давайте брелочек. Такой милый олень с красными рогами. Она его обязательно повесит на рюкзак. Я сделаю вот такой вот пулечек. Вот. Она точно не поймет, что это. Даже ничего не слышно. Ну что, вот такой вот подарочек будет на третий день. Клеим 3 декабря. Интересно, что же она мне купила? И четвертый подарочек. Это такая повязочка. Она Боньке очень нравится. Нельзя быть. Я решила упаковать как конфетку. Смотри, Бонни. Смотри, Бонни. Четвертый подарок. Картошка. Он такой легкий. Так, пятый подарочек. Наверное, это будет что-нибудь съедобное. Вот его. Лолипоп. И ее любимые цвета. У меня остался вот такой вот кусочек. Надеюсь, мне достаточно его. Хватит. Так, скотч. Давайте. Не получается. Это. Ладно, оставлю этот кусочек для чего-то другого. А это твой. Мне пришлось переодеться, потому что мне было очень жарко. Ну что, продолжаем. Склеиваем вот так вот. Так. Так вот. И еще один раз. Так. И порвался. Что? Так, пятый день. На шестой подарочек я хочу подарить такие конфетки. 3 разных цвета. Вот так. На седьмой день я ей хочу подарить вот такую огромную кружку. Она в нем 100% будет пить какао. Она очень классная, смотрите, она такая новогодняя. Кактусик, овечка. Тут то же самое. Здесь я что-нибудь напишу. Ну, кружечку аккуратно не получится завернуть. Просто как-нибудь я заверну ее. И все. Но она тяжелая. И холодная. Так, осталось еще написать какой-то день. Какой-то. Седьмой. И 11-й подарок. Это такая вот копилка. Она достаточно большая.
поместится очень много монеток. Давайте упаковывать. Надеюсь, поместится. Бонька, не надо. Нил. И еще один раз. Все. И вот номер. Вот так. Ребята, мне надо упаковать 4 подарка. У меня еще вот столько осталось. Ну, подарочки такие маленькие. Надеюсь, мне хватит. Еще у меня закончится скотч. Теперь я заклеиваю клеем. Ну что, ребят, наконец-то я закончила упаковывать. Упаковывать для Ксюши подарки. Смотрите, сколько много. О май гад. Вот это вот первый, а вот это 24-й. Ну а все остальные увидите во влогах. Ну что, ребят, у меня все получилось, у меня хватило бумаги. Смотрите, вот и все подарочки. Теперь я их сложу в пакет и уберу до 1 декабря. Ну что, ребят, вот мы и закончили подготавливать друг другу подарочки. Теперь мы будем ждать 1 декабря. Это уже очень скоро. И будем открывать подарочки. Напоминаем, каждый день мы будем снимать влог. И на каждый влог будем открывать один подарок. В описании оставим ссылку на наш влоговый канал. Переходите и подписывайтесь, ставьте лайк. Если вам понравилась такая идея адвент-календаря, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Всем пока! Пока-пока!